Был пацан, да. Никита Котов. Знаешь, нет? Откуда узнал, может, заебал? Короче, с тобой нахуй. Вручаю, знаю. А, ну, знаю, ну. Блин, заебал, ночью приходит пацан, догон есть, типа, нет, блядь. Потом уходит, приходит, закусит, есть, блядь, нет. Тут заебал, может, бегать, блядь. О, организатор. Уходишь, блядь. Йоу, пацаны, красава. Вон там окно палят. Заковал. Оно стилево улетает снова. И приземлиться в твой туман. Но пока дождался, жизнь свой поменял. Свежей головой просыпаться утром. Кто сказал, что выходные должны быть такими? У поколения идиотских клипов и фильмов. Слепой зависимый животный развлечений. Сделал нас давно покойнее и глупее. Мой братан решил запивать сегодня водой из шланга. Так а хули мне еще делать, блядь? Все пидорасы выпили нахуй эту. Что? Фанту, хуянту. Сейчас перегну. Тоже. Короче, все пидорасы выпили фанту, хуянту. Я такой, бля, ебаный рот, что мне делать? Знаешь, нахуй? Когда два телефона такой, знаешь, куда смотреть? Туда или туда? Я, бля, ебать популярный, нахуй. Так заебал, забери. Да с водой из-под крана ехал, давай. Это что, это прямой? Самая тема. Это прямой эфир, у Влада, у меня просто видос. На память. Давай, ехал. Раз. Раз, это хайбас, все пойти как Адидас. И на Найка. Пацаны, ёб твою, у меня похуй, у меня влага защита. Тихо, Влада нельзя мочить. Вопрос, зачем? Попал? Нет. Все нормально. Короче, я башу. Ехай, иди сюда. Давайте, пацаны, вдвоем будете. Ну что? За это, за что? Влад, подойди ближе, тебя не видно. Какой сегодня день металлургов, нахуй. Давай, день защитника. День защитника. 8 марта, вот. С Пасхой, пацаны. Пасха, ребята! Давай. О, пацаны, пошли. Хорошо, пацаны, да? Все в порядке. Здорово! Виола оградилась от шума. Да. Там покурить можно, там, блядь. Там и баб ебать прибачить можно будет. Да, вот прям прибачил, стоит. А ты колочи стоишь. Отвечаю. Фидос, я тебя приблизил, это было лахочно. Отгадайте, куда мы идем, блядь. Не, вы никогда в жизни не отгадаете. Вот, рассказываю логическую цепочку. Мы бухали. Вот сейчас что-то прекратилось, и куда мы идем? Да? Правильно, за догоном. Нет! Мы не идем за догоном. За едой. За едой, да. Сейчас мы идем против 15. Совсем капельку, там, блядь, 8 литров пива на одного. Нет. Короче, мы зашли в магазин. Туса продолжается. Я тебя приближу. Туда.
Вон там. Реклама гаража. Записываемся на вход. 375 там, блядь. Это 9-24-19-48. Снять? И Катя на фоне. Что? И Катя на фоне, он тоже. Что? Ничего! Мама, я не пил. Чай. Серьезно, не мама пил. Я закодирован. Мама, я закодирован, блядь. Посмотрите его честные глаза. Ты знаешь, что он придет, не? А? Хоть Артур. Блядь, я уже писать. Посмотри, он на маджахеда похож какого-то. Лахаба! Лахаба! Бля, я такой пьяный, пиздец, нахуй. Надо трезветь, блядь. Какой пароль у тебя? Сука, хули ты пиздец тяжелый. Ты пизда мягкий. Звоню такой сестре Макаревич, спрашиваю, ну такой, типа, забери свою Сашу, типа, на говно. А, не, я такой, забери свою Сашу, типа, я хуёво. Она такая, она что, говно? Я такой, она в говне. Сука! А что, ей хуёво? Да, она заебала меня, воняет пиздец. Она проблевалась? Не, она воняет. Она говно наступила. Не, ну, блядь, надо ещё помыть просто трошки. Да она воняет. Сука, помою трошки еще сошла. Нахуй сошло. Она гуна наступила. Я не понимаю. Я не знаю, так уже или нет. Не, он такой нахуй. Здорово, пацаны. Ты блогер уже? Конечно, видеоблогер, блядь. Короче, это конец блога. Мы сегодня тусили! Что? Тусили! Тусили! Отдохнули! Блять. Тусили! Отдохнули и все хорошо тусили. У нас. И тусили. Тусили! Да. Всем пока! А я не тусил!